Это матч жизни и для Бенфики, и для Севильи. Футболисты этих команд, вы только что видели, они уже по трибунам помещения. Но стартового свистка остается 5 минут. Иван Ракитич, ключевой футболист Севильи Унаи Эмери. У Бенфики сразу несколько ключевых игроков, но, конечно, капитаном является Луи Сау, самый опытный представитель команды Евро. И зафиксировать в своей памяти, на каких трибунах располагаются болельщики. Если смотреть по главной телевизионной камере, болельщики Севильи по левую сторону, болельщики Бенфики по правую. Бедные футболисты, они-то всю эту красоту пропускают. Смогут увидеть только потом, в повторе. А мы с вами следим за всем этим в прямом эфире.